нас інформація, що ви сьогодні... Я є інформацію, наверное, дивитесь і бачите, що сьогодні привезуть одного військовослужбовця з Харкова, в якого троє дітей застрелили. Хто приказує? І другого лейтенанта. Я які прикази послав? Хто стріляє? Ви генерал приказує. А хто прикази дають туди везти? Провокації починаються зі сторони влади. Курсанти. Я туди їздив. Пусть беруть і уходять. Курсанти відсилають. У нас мирна акція. Вам наших людей не жалко, цих дітей, які відправляєте? Вам не жалко людей, які відправляєте в Київ? Що за базар? Що за базар? Ви хочете поспілкуватися? Ні. Представтесь, хто ви такий? Я представився. Ви хто такий? Слава Селенко, студент. Так, базар. Ви хочете поспілкуватися? Ви хто такий? Студент Владислава Селенко. Люди умруть. Що ви маєте матюкати? Спокійно, спокійно. Спокійно. Ти 17-літник увел. Хто ти хочеш? Не хочеш. Ані що, генерала. Так, вам говорили. Ти 17-літник. Ми вас гріпа захищаємо. Я говорю, маточку зніміть. Ви вижили. А що ви боїтеся? Гумпачки, Харків. Гумпачки, студія. Банду боїмося, як ви подсіжки, допомагаєте їм бити людей. Молоді люди. Молоді, ось ця банда, я бачу. А ми відкриті люди. Тим, що вони ховаються від людей. Вони завтра будуть стріляти, вони будуть не ховатися. А ті ми стріляють від людей. Згідно закону України про міліцію, згідно законодавства України, якщо наказ буде виїхати особовим складом академії виконувати завдання по охороні громадського порядку в місті Києві, ми його виконаємо. Ну, поки такого приказу не поступало. Я вам ще раз повторю, якщо буде такий наказ, ми його виконаємо. Ви можете підтвердити або опровергнути інформацію о тому, що погибли харківчани? Да, можу. Погибли. Прапорщик сільської частини 3015 міста Харків, якого троє дітей був застрелений, і лейтенант, наш випускник, Харківська область, Малинівка, теж застрелений, польове вогнестрельне поранення, від польового вогневого поранення, прямо там скінчався. Погибли від рук терористів. А на автобус є? А, так вони вигружаються, вони зберуть сумки, йдуть за камуфляжем. Там вже автобус є, автобус, бачиш? Пока никуда никто никого не везет. Все находятся на месте. У нас проходит сейчас плановая замена. У нас есть учебный центр. Верхняя Писаревка, там проводятся полевые занятия. Сейчас проводится плановая замена людей на занятия. Скажите, плановые знаете, полевые выходы. Руку на сердце. Вас не было, чтобы у вас действительно именно плановая. У вас не было приказа. Да, пока не было. Вы сейчас толпой все кричите, что мы такие плохие. А кто поднялся и сказал, кто стрелял оттуда с митинговальников? Никто не возьмет на себя ответственность. Так почему вы требуете от нас взять ответственность? Хорошо, да. Боеприпасов я однозначно вам скажу, что их там нету. Там может быть экипировка, средства защиты военнослужащих, а тех камней, которые вы видите, как бросают. Так подожди, ну, они сейчас они едут на учение, а теперь уже как? Значит, слухаюсь. Все, извините. Подождите, не уходите от ответа. А пресса может на совещание пройти? Идите прессу на совещание. Прессу на совещание. Те, кто не захочет ехать, даже не поедет. Например, какие-то выпускники, которые учатся здесь, которые родом Западной Украины. Пойду-ка я налево. Ну, в общем, если... Ну, вот так вот. То есть подход как бы либеральный. Но они сами собираются ехать. Он производит впечатление человека, который, в общем-то, не обманывает. Ну, за это время сюда зашли в академию 20 человек с автоматами в военной форме. Это не курсанты. Ну, вы понимаете, в чем дело. Это академия внутренних войск. Это военная часть, фактически. Это ведь не тот вуз, где люди учатся. Там. Тут есть, это режимный объект, на самом деле. То, что там могут быть люди с автоматами, это совершенно законно, и в этом плане никаких претензий вообще быть не может.
Речь в том, что они должны ехать в Киев, причем он сказал, что они, ну, по его словам, речь идет не о Майдане, обычно курсантов туда не выпускают, они там охраняют какие-то объекты, даже не в центре города там, и так далі. А чи підтвердив керівник закладу, що є наказ їхати на Київ? Ні, не підтвердив він такого. Він навпаки сказав, що ще невідомо, чи поїдуть вони чи ні. Але вони мають бути готові для виїзду в будь-який момент, коли буде наказ. Ну, вас здесь много, ребята, спортивные статуры, я скажу, как вас называют. Чому вы, навіщо ви зібралися тут? Курим, просто, следим за порядком. А за каким порядком? А потом увидим, за общественным. Вы будете участвовать в каких-то драках? Нет, конечно. А что вы будете делать? Расскажите. Без комментариев. Ребят. Без комментариев. Ребят, скажите, зачем вам биты? Бейсбол играть будет. Но это же ваши биты. Девушка, нет. Мы выходим, операция. Скажите, а вас кто собрал здесь? Зачем вас собрали здесь? Мы сами собрались. А зачем? Ну, жить нам скучно, вот приехали, собрались. Погулять собрались, все банды. А я видела вот такие автобусы с вашими ребятами вот вокруг, везде там стоят. Не знаю, уже несколько. Не знаю, мы ничего не видели. Скажите, а вам платили за то, что вы приехали? Конечно же нет. Дай ленточку, куда ушел? Ну а с какой вы целью? Ну скажите, у вас... Мы защищаем родной город, девушка. От кого? Скажите, а вам... Нападающих Западной Украины. Мы не дадим смены власти. Мы не дадим, чтобы трогали наш Харьков. Всем до свидания. Что, надо? Что вы здесь делаете? Отдыхаем, спортивный режим, гуляем по городу. Не любим свое лицо показывать. А зачем вам биты нужны? Митинг за Харьков. Они ширят, что мы можем продавать биты. А что значит ваши ленточки? Ничего. Это организация. Пацанов с парковки взял. Ну суть, зачем вам это? А зачем вы одели маску? Чтоб не снимали мое лицо, но зачем, чтобы мне по телевизору показывали? А вам платили за это деньги? Нет, нет, вы что, какие деньги? Мы за идею. За идею, да. Последний раз в 2018 году. Чтобы не было такого беспредела, таких рахитов, как в Киеве. Да. Которые, они там, они вот продались, они стоят за Европу, вот они продают, они свои города убивают. А на наши налоги делают им город. Вот они будут сосать у нас за такое. Мы будем их ебать резать. Передайте это всем бендерам. Идите с Богом. Идите. Вы организатор? Нет, идите просто с Богом, пожалуйста. Уходите, пожалуйста. Пожалуйста, уходите. Ухожу. Ну вас чисто по-человечески попросим. Ну я же журналист, ну чего вы? Ну не надо, ну просто уйдите, пожалуйста. Нет, эти люди собрались охранять порядок. Все, это самое главное. Крика подальше. Мы стояли, у нас, вы видите, у меня нет ни вооружения, ничего, ни каски, ничего, я не беззащитен, по сути, да, то есть я пришел сюда не бить их, не камнями закидывать, а общаться, найти какой-то компромисс, чтобы таких же, как я, да, моих сверстников, да, ребят молодых не отправляли на Киев, на мясорубню.
И в итоге, как только они вышли, они начали сразу усиленно выдавливать нас, выталкивать в сторону дороги проезжей части, чуть не задавили, что самое главное. Применяли слезоточивый газ. Очень многих людей, если вы спросите, да, у них будет ощущение во рту, вот у меня на языке, в носу, на слизистое ощущение газа слезоточивого. Вот. Потом подъехала, как только они вышли, начала подъезжать машина, которая стояла здесь на перекрестке. И получается, нас, машина ехала на ворота, а нас выдавливали, по сути, на эту машину. И меня реально, вот я тоже грязно же, я почистился, чуть не вдавили в эту машину. И, ну, слава богу, все-таки начальство у них не совсем уже больное на голову. Там был то ли полковник, то ли подполковник. Он просто нас за шкирку отдергивал, поэтому чудом мы не попали под машину. То есть, ну, это буквально совпадение. Они когда вас вытаскали, палками били? Они пытались бить палками, но старались умеренно, потому что я им кричал, ребята рядом кричали, девочки были рядом тоже 20 лет, 25 лет, 30 лет. Потому что вы делаете, мы такие же, как и вы, да, то есть мы такие же там студенты, ну, грубо говоря, ваши есть точно такие же, да, там, братья, сестры, девушки ваши. И они старались более гуманно, но давили все равно жестко, вне зависимости от того, парни, девушки, вот, ну, как бы вот так. Это курсанты, это значит, да, по лицам, это ребята в возрасте 20-21, ну, максимум 22 лет. Молодые, они без агрессии, им просто, ну, они дали команду, они исполнители просто. Они дали команду, и они пошли в штурм, применяя, были слышны у них команды, то есть у них, скорее всего, какие-то есть ребята направляющие, которые говорят, центр, ну, такие команды, ну, чисто технически, я так подозреваю. Вот, то есть я там, ну, я слышал, потому что буквально вот щит был буквально вот ко мне прижат. Вот, ну, я был в первом, получилось так, что вот на меня сразу первые вот эти ребята нахлынули. Кто надышался молоко? Слава Україні! Щити ви носите? Щити ні. І конкурс у нас прибольшой, повірте мені. Вы понимаете, мне, а почему вы сюда не едете? На... Вот почему вы руководители не как едут это я не составом? Еду? Я всегда... И становитесь первый ряд, так вот там, точно. Как вы ставите подножку. А вы меня сегодня видели? Я видела, как вы, я видела. Вы ну там что? Стояли сзади, а пацаны тут впереди. Вот как раз я это вы видела. Извиняйте, где девушка и два пацана, которых я так стал и награждался? Да, а почему? Потому что ребят, вот просто вперед. Ой, извиняюсь. Вы как пушечное мясо их ставите, те, кто размышляет, не пушечное это мясо, понимает, поверьте, да. Порядок будет на видео. Какой порядок? Правовой порядок, какой согласно законодательству. Порядок? Кому вы служите, народу или вы служите? Оружие будет изъято, порядок? И те, кто с оружием пришел, те получат вы по закону. Вы едете с оружием туда? С нарезным оружием? Автоматы? Нет, без оружия. Без оружия. Да, вы вставляете просто пушечное мясо детей и улыбаетесь. Как вам не стыдно? Где ваша совесть? Где вообще честь ваша? Что я вам такое сделал, девушка? Вы ничего не сделали. Ну, почему, если мать просит, и отдать телефон, я выхожу с вами поговорить, вы начинаете меня... Я вас спрашиваю. Я могу вообще развернуться вот и пойти. Я с вами по-нормальному разговариваю, что мы все харьковчане, что у нас прекрасный город. Оставайтесь. Мы не хотим такого, мы не хотим такого, как вот сейчас в Киеве. Скажите, стрельба, вот, стрельба вот, и так далее, и так далее. Вот я с вами разговариваю с кем-то. Зачем? Понимаете, это толпа называется, когда орут все вокруг. Знаете, что такое толпа? Когда ваши солдаты не умеют размышлять. И они говорят, наши что выше курсанты закон, размышляют да. Не хуже, знаете, чем кто-то другой, молодые люди. Знаете, поверьте что они мне. Отвечают? Что закон выше всего, выше человека, выше достоинства. Вы считаете, что это так поймите, и есть? Поймите, если в государстве не будет... Чего не будет? Не если будет не будет закона, чести и совести, тогда будет и что? Закон не может. Бардак. Что будет стрелять, закон? Будет убивать, не будет грабить и так далее. И вы же придете, скажете, ну наведите порядок. А вы не можете навести порядок. И даже в Харькове, пожалуйста. Отсюда будут выезжать люди и ехать на Киев для наведения порядка. Эту информацию дал представитель Академии внутренних войск. Это информация к размышлению. Какой порядок он не озвучил? Эта информация не озвучена. Ханьба! 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 Не надо 20 лет ехать туда. Не надо лишаться глаз, рук. Вы не будете никому потом нужны, когда вы всего лишитесь. Эта власть вас не защитит. Захарченко отказался брать ответственность за Верку. Он откажется брать ответственность за вас. Вы на всю жизнь запомните глаза людей, которых вы сейчас будете бить. Мы за вас! Мы здесь потому, что мы не хотим! Ребята, пожалуйста! Ребят, вы правда, мы очень хотим, чтобы вы остались живы и здоровы. Пожалуйста, не едьте! У нас нет шансов, мы вас не остановим. Конечно, у нас амуниция. А мы здесь стоим, студенты, дети, женщины, пенсионеры. Мы ничего не можем сделать.
Yeah.
спрятался. Заходи, заходи. Катя, погаси камеру. Отойдите. Скажи, как вы... Вы свое дело сделали, хватит. Мы вас смотрим. Это не из такой силы. Зачистила евромайдановцев, к базе подвязали тетушки, они, милиция не противодействовала им. Видимо, они одеваются. В общем, пусть осторожнее.